Обращение жителей – ключевая тема общегородского совещания. Глава Химок Дмитрий Волошин обсудил этот вопрос с администрацией округа. Ежемесячно поступает больше 8 тысяч жалоб и предложений от жителей. Большая часть из них – содержание дворовых территорий и многоквартирных домов, а также ремонт дорог. Важно не только оперативно устранить жалобу, но провести работу качественно. Все это приведет к сокращению повторных обращений. Для меня сейчас это самый важный вопрос. Что говорят люди? И главное, почему не пишут второй раз? Я не могу понять. Значит, вы так построили работу, при которой жители вынуждены еще раз написать. Я этим теперь персонально занялся. После на общегородском совещании обсудили праздничную программу «Дня России». В 12:30 от арены Химки стартует автопробег. Машины отправятся по улицам Чапаева, Маяковского, и финальной точкой станет парк Толстого. Это главная площадка праздника. С 13 часов здесь выступят звезды отечественной эстрады, группа «Иванушки Интернешнл» и экс-солистка «Миража» Наталья Кулькина. В парках Подрезкова и Величко заработают тематические площадки. Всем посетителям подарят ленточки «Триколора», организуют концерты, выставки, развлекательные и интерактивные программы для детей и взрослых, викторины, патриотические уроки, будут работать литературные площадки. Предусмотрена и вечерняя программа. В 21 час в парках начнется кинопоказ советских фильмов. Вход на все городские площадки свободный.